Добрый день, дорогие друзья. На море шторм, собирается у нас тучки. Пойдет дождик по прогнозу. Надеюсь, конечно, что нет. И чем заняться в такую погоду? Конечно же, можно одеть своих детей к школе. Сегодня я свою дочку буду готовить к этому событию. Мы уже пойдем во второй класс. Это великолепно. Магазин «Модная школа» находится по адресу улица Ленина, 154Б, город-курорт Анапа. Приезжайте, парковочка здесь есть. Машину поставили и заходим вовнутрь. Не ошибетесь, модная школа, вывеска самая большая. Нам на второй этаж, можно на лифте, можно пешочком подняться. Больше информации из запрещенной сети и поднимаемся. Здравствуйте, дорогие подписчики. Невероятно соскучилась за вами. Почему? Потому что, ну, хочется вам все больше и больше говорить о том, как классно можно одеть детей к школе. Сегодня Дашенька пришла ко мне в магазин для того, чтобы собрать свои наряды ко второму же классу. Она уже взрослая, да? Даш, пойдем выбирать? Да! Сегодня Дашу одеваем во второй класс. Ну и куда ж во второй класс? Без брюк палаццо, потому что они же очень модные, очень стильные. У нас есть в трех цветах: серый, синий, черный. Поэтому для Даши мы подобрали черные брюки палаццо прямого кроя. И сверху подкрепили с нашей брючки свободной блузой оверсайз с таким рукавом 3/4 и очень мягкий трикотажный манжет. Конечно, на сгибе локтя будет очень комфортно, потому что свободный рукавчик, мягкий манжетик. Даша серьезная в этот момент. Мне просто улыбаться лень. Но Даша, она в образе сейчас себе придумала образ серьезной леди, да, Дашуль? Если бы я бы не придумала этого, бы не было. Да, это точно, я согласна. Поэтому если серьезно говорить о том, что можно сильно одеть даже вот во второй класс и даже в первый класс маленьких детей, то это вот, конечно, да. Еще у нас вот здесь у Даши на ножках обуты такие кеды, игривые кеды. Тоже есть распродажа. Кед для школы можно применить, вот как мы применили, например, под наши брюки палаццо. Кеды со скидкой по 500-700 рублей. Брюки палаццо у нас по 2500 рублей. Блузы все такого подобного размера. Детские, подростковые, от 1500 до 1800 рублей. Блузы, модели у нас всегда разнообразные. Сегодня мы только покажем, мы подберем для Даши, но и, конечно, для всех других девчонок и девушек модных, стильных. У нас, конечно, всегда варианты, возможности огромные. В нашем магазине 15 метров блуз. Вот, мы измеряем блузы в метрах уже, даже не в количестве. А если брать в количестве, то это не 1000 единиц блуз. И, конечно же, это сотни моделей для всех девчонок, модниц особенно. Первый образ у нас готов. Пока Даша у нас примерочная переодевается, у нас в магазине Варвара одела водолазочку. Первый вариант одела с сарафаном. Вот так вот. Было очень хорошо. Очень комфортный осенний такой образ. Мягкий, уютный трикотаж к телу. Плюс второй слой мягкий, уютный, тоже трикотажный сарафанчик был на Варваре. Очень хорошо, гармонично сидел. Но сейчас второй раз уже Варвара хочет еще один вариант для осеннего своего гардероба. Эту водолазочку примерить с юбочкой. Юбочка сейчас по акции 550 рублей. Как и множество товаров в нашем магазине этим сезоном по зеленой акции стоимостью 350-550 рублей. Юбочка стильная такая, не строгая, не скучная, с замочком, с кармашками, серого цвета. Многие школы Анапы, они именно в сером цвете у нас, поэтому местные девчонки, приходите, очень много всего интересного можно подобрать. Ну и плюс водолазки, конечно, в наших школах строгие требования, но если вдруг захочется сильно, то, наверное, можно, я считаю, потому что моя дочь водолазки зимой носит. Водолазочки по 1200 рублей у нас в магазине, размеры все. С маленького 30 по 42-44 подростковый размер. Поэтому подростки, которые любят водолазки зимой одевать с какими-то модными брюками сверху с жакетами, пожалуйста, приходите. В этом году первый раз водолазки в нашем магазине. Так что анонс водолазок. Второй образ Даши мы решили сделать
таковым. Юбочка из тонкого, такого мягкого, уютного материала. Очень комфортная, дышащая, много вискозы, эластанчик есть. Юбочка по акции 350 рублей. Напоминаю, что у нас юбочки в сером, синем, черном цвете по нашей зеленой акции есть до 52 взрослого размера и все по 350 рублей. И блузочка у нас, конечно, она скроена специально так, удобной полнотной линейки, вот чтобы так комфортно она сидела свободно, ничего не обтягивала, чтобы даже можно было комфортно целый день находиться на занятиях во время учебного дня. Скроена она во второй полноте, что очень позволяет комфортно и пропорционально хорошо сидеть на ребенке. Блузки подобного типа у нас, конечно, есть и короткий, и длинный рукав, и 3/4, 71% хлопка. Все очень хорошо дышат, разные дизайны. Не могу не переставать говорить про блузы для девочек, потому что действительно такой богатый выбор в одном магазине, это очень дорогого стоит. И это не потому, что мой магазин, а потому что я мама трех девочек и знаю, как собирать детей в школу, не только в школу. И когда в одном месте такое удобство, когда можно прям прийти вот тут вот померить, выбрать и определиться, это очень здорово. Поэтому блузочки от 1500 до 1800-1900 рублей. Очень хорошая цена, доступная, качественная, все прекрасно, так что ждем. А еще мы сделали второй вариант, тоже сделали обувь по акции, по скидке. Вот такие темно-синие слепоны на девочек есть, остатки размеров не все, конечно, вот в 36 размере 700 рублей по акции. Тоже удобные слепоны, здесь катон и внутри стелька 100% хлопок, чтобы ножка дышала, не потела в течение учебного дня. Стелечка тоже вся из 100% хлопка. Так что даже есть выборочные размеры, как какой-то удобной обуви для школы, для сменки. Следующий наряд Даша на воплощение ее фантазии. Да, Даша? Да. В общем, у нас юбка, как сейчас говорят девочки, тенниска, такая модная, со складочкой. Видно, свободная, широкие складки, классно, мягко сидят на широкой кокетке. Сзади очень важно, что есть вот такая мягкая, комфортная резиночка. Вот, по спиночке есть. Юбочки такие у нас есть в сером, синем, черном цвете. Блуза у нас длинным рукавом, тоже откроена во второй полноте, чтобы Даше было хорошо, комфортно по полноте. И Даша сама решила выбрать вот такие яркие розовые слепоны. Но мы думаем, что это не в школу она, конечно, выбрала, но ей очень захотелось. Сходила сама в отдел рюкзаков и идет с рюкзаком. Я говорю, ты что, подобие подобрала? Ну, возможно, ей так захотелось. Давай, Даш, покажем рюкзаки. Я просто понтик. В общем, смотрите, ребята и девчата, у нас на мальчиков, на девочек, на младший школьный возраст ортопедические рюкзаки для подростков, модные, стильные. Мы еще чуть-чуть немножко потом скажем о них обзор, есть на разный возраст и на разный вкус. Вот, например, Даша во второй класс, можно смело выбирать эту модель, которая и второй, и третий, и четвертый год точно прекрасно отслужит, потому что срок эксплуатации фирмы Гризли рюкзачков 10 лет по сертификации. Мы официальные представители Гризли уже тоже 10 лет на этом рынке в Анапе. И у нас наши покупатели бесконечно благодарят всегда за это изумительное качество, которое дает именно надежную эксплуатацию каждый день школьного рюкзака. Влага, пыль, отталкивающие материалы, очень крепкая фурнитура, молнии, все очень надежные замки, хорошо работают, не выходят из строя. Ну и, конечно, вся эта эргономика, ортопедические все эти свойства рюкзачков, конечно, здесь налицо. И мягкая спинка, и широкие мягкие лямки, и фиксатор дополнительный по животику, что дополнительно позволяет распределить равномерно нагрузку на позвоночник. Поэтому вот такой вот формой для вторых, третьих, четвертых, пятых классов можно смело брать девочкам. Ну и, конечно, на мальчиков такой формы есть расцветки и для мальчиков. Такой формы рюкзачки, тоже на любой вкус и цвет. Черные, синие, разные принты. Кто, что, чем любит увлекаться. Кто самолетики, кто гонки. В общем, мальчишкам тоже выбор есть. Ну и для малышей первый класс, конечно, эти ортопедические рюкзачки тоже в наличии есть. Цены официальные от производителя фирмы Гризли у нас. Поэтому
рюкзачки стоят 5200 в среднем. Вот такие подростковые, уже более мягкие, но также с эргономичной спиночкой, они стоят от 3000. 3000, 3500, 4, там в зависимости от формы, расцветки и разного стиля. Вот, например, подросткам мы тоже можем подобрать подростковый рюкзак, например, уже более большой формы. Мальчики, подростки, старшеклассники, это, конечно, какой-то более большой объемный рюкзак для того, чтобы ему было удобно, комфортно все туда складывать. И тоже разнообразные расцветки позволяют любому мальчику на свой вкус подобрать рюкзак. У нас всегда большой выбор не только школьной одежды, но еще классных, качественных, модных, стильных рюкзаков. Мои, конечно, любимые какие-то расцветочки – это рюкзаки с какими-то красными вот такими вот отделками, потому что красный цвет я очень сильно люблю и уважаю за его такую яркость, конкретность и такую вот, знаете, какую-то уверенность. Вот для меня красный цвет – это определенная какая-то уверенность. Все, кто любит красный цвет, я считаю, люди – это всегда целеустремленные, уверенные в себе, поэтому очень люблю какие-то даже вот такие цвета в рюкзаках. Приходите, у нас очень-очень большой выбор. Но в нашем магазине сегодня, конечно, не только Даша одевается в школе, но еще и мальчики, девочки, девушки и парни. И вот сейчас Полина в нашем магазине подобрала себе вот такой наряд из синего меланжа, юбочка на запахе, модель очень удобная, буквально 3 пуговички, можно регулировать полноту, меньше, больше. Юбочка и жилет по нашей зеленой акции по 350 рублей. 350 рублей юбочка и 350 рублей жилеточка. Ну, основная базовая школьная одежда, можно сказать, выбрана за 700 рублей всего. Осталось что? Только подобрать какую-то блузку, та, которая сильно-сильно будет приятна и комфортна для самой школьницы. Но сейчас Полина выбрала вот такую блузочку с объемными рукавами. Она свободного стиля, но мы ее заправили в юбочку. Также эта блуза будет очень хороша и с брюками, другими, любыми, какими школьными любимыми брюками. Приглашаем на нашу зеленую акцию 1000 товаров по таким ценам 350-550 рублей. Сейчас Полину отправляем переодеваться. Давай следующий образ нам тоже покажи, мы будем очень рады. И продолжение второго слоя. А как же можно собрать ребенка в школу, чтобы что-то пододеть, потому что скоро осень, сентябрь, октябрь, какие-то первые дуновения прохладного ветра. И мы с Дашей выбрали на второй слой Дашули вот такой жилет. Очень мягкий, удобный, трикотажный, такой темно-серый графит, потому что у нас в школах серый цвет основной, базовый в анапских школах. Мы решили, что вот в таком уютном, мягком жилете будет очень комфортно. Даже с брючками, который Даша выбрала, с любой юбочкой, он будет очень хорошо смотреться. И что мне очень нравится, конечно, это Дашин выбор рюкзаков. Она выбрала теперь другой рюкзак посмотреть. Сейчас будем выбирать. Даша, наверное, будет тут долго выбирать, потому что у нас там еще целых 5 полок на рюкзаков для Даши, да, Даш? Но яркое пятно, которое Даша придумала сделать в виде вот таких вот прикольных слепончиков, очень классно смотрится, серая серость разбавлена какими-то яркими акцентами на рюкзаках и на обуви. И так что предлагаем вам тоже не скучно ходить в школу, выбирайте на осень яркую обувь, розовый цвет очень модный и актуальный, ну хотя бы дойти до школы, а там уже переобуетесь. А у нас к Даше тут подоспела маленькая подружка такая хорошенькая, Ксюша. И откуда ты, Ксюша? Из Москвы. Ксюша из Москвы. А знаете, почему Ксюша оказалась из Москвы в магазине «Модная школа»? Потому что папа Саша регулярно смотрит канал Юры Заровского. И он, конечно же, понаблюдал, где Юра одевает своих детей. И, пожалуйста, вам привел Ксюшу тоже пододеться к школе. Ты во второй классе тоже идешь, да, как Даша? Вот у нас две второклассницы сейчас. И мы как раз на них покажем сарафаны по нашей зеленой акции, которые стоят по 550 рублей. У Ксюши в черном цвете сарафанчик выбрали с нашими продавцами-консультантами. Поддержали такой красивой блузой. Мне очень нравится под сарафаны. Да, съемное жабо. Здесь можно его отстегивать, если вдруг используются в галстучки какие-то в школе. Ну, конечно, если можно его оставить, то лучше отставить, потому что под сарафан очень красиво смотрится. Ну и, конечно, нежный рукав добавляет этой нежности, милоты девочковой в рукаве. Очень хорошие, красивые, мягкие кружавчики. Сарафанчик очень хорошо сидит на Ксюше. Ксюш, тебе самой нравится?
Да, мне тоже нравится. Он приталенный, впереди басочка. И тоже эта басочка, да, как красиво перекликается с этой линией на рукава. Линия круглой формы, басочка вся такая вот в линиях округлой формы. Очень красиво смотрится. Мне очень нравится ваш выбор. Я очень рада, что вам тоже это нравится. А на Даше у нас сарафанчик, который можно регулировать тоже. Здесь я подколола иголочку, потому что пуговка примерно здесь. И можно рост регулировать. То есть этот сарафан, ну, 2 года точно можно относить, потому что высота роста благодаря этим лямкам, которые регулируются, можно комфортно перемещать пуговику. Сарафан тоже откроен в специальной полноте для того, чтобы было деткам комфортно в течение учебного дня. Такие вот Ксюши, хоть вот такие вот Даша в нашем магазине всегда очень комфортно. Мы подберем нужный размер. Самое главное, чтобы ширина и полнота, и длина все было комфортно нашим деткам. Ну, я так поняла, что Даша пошла по рюкзакам здесь тоже сама уже. И пришла вот с модным рюкзаком с авокадо. Вы знаете, почему авокадо появились в магазине? Потому что перед началом школьного сезона стали приходить девочки в магазин и спрашивать, а у вас есть рюкзаки с авокадо? Я говорю, нет. А что надо? Они говорят, да. Я срочно звонить на фабрику, на нашу любимую фабрику Гризли. Я говорю, мне срочно все принты с авокадо. Так что авокадо появилось в нашем магазине только благодаря обратной связи наших милых, дорогих школьниц. Поэтому все, что вы хотите, мы всегда с радостью, с душой для вас предоставляем. И вот эти вот модные в этом году авокадо, пожалуйста, в этих ярких принтах на рюкзаках тоже есть. Так что, девчонки, приходите. Сегодня прям праздник для меня. Почему? Потому что девочки целый день идут и наряжаются. Господи, да как же я счастлива, когда девчонок могу наряжать так красиво и модно, как своих девчонок, как своих дочек. Вот на каждой хочу, чтобы было так красиво и хорошо, как люблю я и мои дети. Брюки палаццо синего цвета сейчас на Полиночку одели. У Даши были черные. А вот мы можем вам показать как раз-таки в синем цвете. Классический темно-синий цвет. И поддержали блузой такой на удобном мягком трикотажном манжете. Она одевается так с напуском, да, как будто она заправлена и есть объем, но на самом деле нет. Ну и рукав такой со спущенным плечом. У нее так регланом скроен рукав. То есть вот, да, такая летучая мышь. Вот тоже очень удобно, комфортно дает посадку вот эту вот и удобство в использовании в течение рабочего дня. Блузы на девочек, конечно, очень большой выбор. Я рекомендую, конечно, вот так вот на удобный такой подкат 3/4 сделать, чтобы можно было и вот так поднять рукавчик, чтобы можно было вообще в школьную жизнь входить вот именно в состояние удобства и комфорта, потому что я против того, что школьная одежда это неудобно. Я против того, что школьная одежда это некрасиво. Я только за то, чтобы показать, научить и рассказать, как это можно и удобно, и хорошо, и комфортно, и красиво. А еще в этом году по зеленой акции еще и очень супер выгодно надеть ребенка к школе. И у нас примерочно есть еще одна модница Ксюша, которая сейчас нам продемонстрирует платье, рубашку с юбочкой. Тоже очень красиво, актуально. Ксюша, выходим. Смотрите, что у нас есть интересного для маленьких школьниц. У нас есть платье-рубашка. И выглядывает вот такая вот немножко 3-4 сантиметра от платья-рубашки. Образ как бы вроде в школьной строгой блузе, да, Ксюш? Школьная вроде строгая блузка, но на самом деле здесь такой игривый акцент и момент есть, да, когда выглядывает платье-рубашка из-под этой школьной юбочки, и уже как будто в школу, а как будто не в школу, да, как будто бы можно поиграть со своими школьными образами. Но вот скажите, пожалуйста, ну как можно не ходить в школу в школьной форме? Я не знаю, да? Здравствуйте, меня зовут Юля, приехала сюда в Анапу. Уже 6-й год приезжаю из города Братская, Иркутская область. По вашим видео посмотрела обзор модной школы и пришла делать детей. Одежда действительно качественная. Дочери 14 лет, сыну 9 лет. Сын полненький, дочь худенькая, одела прям прекрасно. И вот в нашем магазине раз, это же не проблема, да? Сын полненький, дочь худенькая, и всем подобрали. Даже на себя. Юбочку, да. Юбочку. Мы сегодня взяла, подобрали юбочку. Приходите, не пожалеете. В общем, акция по 350. Вот я юбочку себе взяла. А мы сегодня, Юль, сколько вещей? 7 вещей. 7 вещей. На 2 с чем-то тысячи. И дочери, и вам
да. подобрали еще множество вариантов. 7 вещей на 2500 рублей сегодня вот подобрали. Иду. А я вам хочу еще сказать, да, Юля, может быть, чуть-чуть волнуется, но она на самом деле 6 лет просто смотрела. На вас, да. Она пришла в магазин и говорит, я за вами 6 лет наблюдаю. Я говорю, в смысле? Я говорю, за 6 лет ни раз не пришла. Она говорит, я Юра на сюжеты про модную школу 6 лет смотрю. И все, никак не могла доехать, хотя каждый год живет в Витязево. Да. И вот, наконец-то, доехала. Второй день ездит. Вы понимаете, как Юле понравилось в нашем магазине. Она вчера приехала с утра с детьми. Сегодня без детей приехала. Еще, знаете, что уходя сказала? Говорит, я еще мужа приведу, мы ему брюки подберем, а еще мальчику шорты для физкультуры. Ну, пусть сами все меряют. Да. Сказала, завтра приедем. Да, да, действительно, качественно. Приходите. Я довольна. Спасибо вам большое за добрые слова, это очень приятно. Да. Ну, мы школьный образ это собрали, но хочется, да хочется, дальше новый школьный рюкзак. Но что вы думали, вот я вам про что говорила недавно, да, что авокадо это какой-то бум у девчонок. Даша, вот из того, вот всего вот этого разнообразия, которое здесь есть, еще даже не в полном объеме, потому что еще часть отдельно у нас стоит. Из всех моделей, которые здесь есть для Дашиного возраста, Даша выбирает, конечно, вот такой модный принт авокадо с такой вот мягкой игрушкой. Ну, два, Даша-то тебе точно не надо. Я хочу просто показать, что вот на вкус Дашин пришлось авокадо, но мало ли что, и кому-то хочется собачки, кошечки, какие-то принты яркие. Здесь, знаете, есть рюкзачок, где бегают цвета. Вот. Вот, стрекозки, и здесь вот так ударяешь, и они вот так вот начинают все сиять. Ну, вот понимаете, ну как вот сейчас детей не собирать с удовольствием в школу, потому что даже рюкзак можно выбрать такой, который можно еще и поиграть на перемене. Эти рюкзачки, конечно, для младшего, среднего звена очень удобные, комфортные, ортопедические. Очень модные, конечно, яркие розовые цвета, и вот такой даже розовый неоновый для очень смелых девчонок будет, ну, просто огонь. Наверное, уже даже в прямом смысле будет сиять в школьном образе. Ну и для девочек-подростков, конечно, сейчас очень модные, актуальны какие-то такие уже, знаете, с меньшими объемами рюкзаки. Почему? Потому что больших размеров книг уже у подростков, старшеклассниц нету. Что они хотят? Конечно, они хотят какие-то более сдержанные цвета. Например, для старшего школьного возраста, для девочек можно подобрать какие-то сдержанные принты, а также вот, пожалуйста, наш модный принт авокадо тоже в таком вот подростковом варианте. Эти рюкзачки, конечно, они подойдут для школьниц, для старшего школьного возраста, но также они удобны и хороши просто для городского стиля, чтобы с этим рюкзаком просто жить, просто каждый день ходить, перемещаться по своим делам, потому что эта серия вся называется «Городские рюкзаки», и выбор принтов, конечно, очень большой, также с модными какими-то розовыми, да, вставками, то, что мы уже говорим, да, и не один раз, что розовый цвет очень модный, актуальный. И тоже вот в таком вот игривом рюкзаке можно тоже выразить в этом году, в 23-м, себя через вот такой яркий, классный, насыщенный рюкзачок. Вариантов, конечно, у нас тут бесконечное множество. И даже есть рюкзаки по акции. Одна полочка есть у нас по акции рюкзачки. Например, вот этот рюкзачок можно для начальной школы всего 1500. По акции осталась одна полочка рюкзачков. Поэтому приходите. Сейчас еще один покажу. Например, вот этот рюкзачок 2000 стоит. Вот этот синенький рюкзачок по акции у нас стоит 1500. То есть по 1500, по 2000 можно для школы тоже по акции купить рюкзачки. Не только на одежду есть скидочки у нас, но даже на рюкзачки. Поэтому приходите, я буду невероятно счастлива. До 1 сентября всех вас встречать, наряжать. И вся моя команда, я считаю, не продавцов, а настоящих фей, которые работают для того, чтобы каждый ребенок, который собирается в школу в этом году, 1 сентября пошел не только стильно, модно, красиво одета, но еще с красивыми яркими аксессуарами, чтобы одежда сидела комфортно, гармонично, чтобы каждый ребенок, который пришел в наш магазин, получил именно свое, что-то свое, индивидуальное. И мы, конечно, в этом очень сильно помогаем.